Корабль «Дрэгон-2» пристыковался к Международной космической станции. Через несколько часов откроют люки. Аппарат был доставлен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9. На его борту нет астронавтов. Их заменяет манекен Рилли, названный так в честь героини знаменитого космического триллера «Чужой». В НАСА изначально заявили, что не рассчитывают на идеальный испытательный полет, поскольку его главное назначение – выявить потенциальные проблемы и установить их до того, как к МКС отправят астронавтов. Еще одно испытание назначено на июнь. Планируется, что во время запуска специально стимулируют сбой в ракете-носителе. К слову, во время предыдущих испытаний сбои происходили так. В декабре прошлого года с кораблем была потеряна связь, а в феврале 2017-го возникли проблемы в навигационной системе, из-за чего судно снабжения с 2,5 тоннами грузов не смогло выполнить стыковку с МКС.